Всем привет, с вами Кова и Вучер. Всем привет. Это мой одноклассник, и он боится участвовать в съемке. Ты, Антон, боишься. И я купил себе новый дом, вот. И вот дом Вучера. Вучера. У него такая же булка, все, короче, то же самое. И мы в ацтеках лидеры. Конечно. А я президент. На первом ранге мы в ацтеках, тут зарплата $1440 в час. Погнали на военку. Да. Сейчас мы будем убивать всех военных. Да? Да, конечно. Что, конечно. Так и будет. Да-да. Нас ведь не слить. Угу. Вот, и все. Чего ты угукаешься? Только и можешь угукать. Сейчас так дополнительно. Все, у меня все нормально, да. Вот все из-за тебя, блин. Да это все из-за твоего скилла. Ага, у меня нормальный скилл. Да. Борода. Ну скажи, что ты такой стеснительный? Скажи что-нибудь. Антон Лох. Нет, нормально что-нибудь. Правду. А это чем неправда? Это фигня, это неправда. Ну конечно. Все, мы в общем мчимся с бешеной скоростью на военный. На военный склад. Будем фулить. Ты, кстати, меня сейчас фулишь, твоя очередь. У тебя сколько патронов дома? 700. Блин, у меня. Ой, кончились с ним патроны. У меня только 270. Так это тоже нормально. Конечно. Давай меня зафулим. Да блин, нет, по очереди договорились же фулить бы. Ладно, погнали. Ну давай еще что-нибудь, расскажи историю своей жизни, как в школе дела. Нормально, Антон, в школе дела. Пятерку по геометрии получил, да? Нет, а, да. Еще что-нибудь расскажи. И Антон у нас сегодня 5 получил, да? По какому? По географии, наверное. Нет. Так, ну... По физкультуре, по физкультуре. Сегодня не было физкультуры. Сегодня была физкультура. Нет. Просто прогулял. Ну вот, вот, в общем, он невменяемый. Это один из самых... Да все, Антон. Все, ладно, все. Один из самых лучших моих друзей, я хотела сказать. Невменяемых, да? Что, опять на СВ? Да. Ну, посмотрим сейчас. Как, где обстановка. Завтра мы поедем за наркотиками, потому что сегодня 17 число, нечетный день. Четный — это когда нельзя... Ну, нечетный — это когда не делится на 2 число. А четный — это когда делится. Ой, блин. Маска, так. Аптечки. Hail me. И... Ой-ой-ой, я случайно 2 использую. Вот из грув. Так. Вот два опасаясь гру. Все, 3 аптечки у меня. Давид Блэр. 4 звезды. Ну что, поехали, да? Поехали, поехали. Зарезай. Залез? Да. Зачем маску надел сразу? А ты? Это потому что ты сделал так. Ну. Гну. Все, ладно. Так, голубая у нас машина, потому что в честь моего друга. Ну пошёл. Ну ладно, в честь нашей банды. В честь цвета нашей банды. Фига бывает. Никита, тебя там зовут. Вот, мне 5 по радио. По какому радио? Ну что это за фигня? А, у нас, короче, Никита лидер. Ну, не ты, а нормальный Никит. Ну, то есть, другой Никит, не ты. Да. Вот. Так. Ну ладно, что тут там? Обстановка плохая. Ты даже на Уэстон доехал.
Нет, там много было. Ну давай сюда. Нет, не вариант, Антон. Все, сейчас просрем, просто сольемся, как лавки дихи. Ты сейчас сольешься на первую. А, ты. Залагал. Ну вот, где ты вообще в АФК-то стоишь? Ладно, пока что пойдем одни. Проверим. Оценим обстановку. Все, я здесь, я просто отходил. Ага, не ори в микрофон. Ты где? У них там построение, слышишь? А ты-то где? Да вот я прям тут. Чё-нибудь ослеп. Так. Тихо-тихо-тихо ты! Так нет, их тут дофига, Антон. Так да, всё, пошли на ВВС. Чё это мы генерал? Ой, вот из-за тебя нас спалили, поздравляю. Это ты вышел за это, за... Ты молодец. Да это ты, Антон, спалился. Ага. Нас никто не спалил. Ну все, молодец, да, Саси. Ну пошел. Все, отлично. Конечно, отлично. На ВВС не должно быть построения, поэтому... Вот, нет, там тоже построение, прикинь. Походу. На тачке он стоят. Ну и что? Наш. Ну ладно. И наши. А, нет, показалось. А, вот, смотри, они там где-то. Короче, они вообще в жопе. Все, гон. Они там строят, да. Там они все как бы отвлекающий маневр, так сказать. Просто генерал там за нас их. По-любому. Сейчас пофулимся. Ой. Так, все отлично, тут этот... Как там, Пуфик, да, или кто? Да, да. Пуфик. Взял, блин, ушёл. Подвинься, жирный. Фулишь меня, короче, когда я скажу. Как там фулить-то, я не понял. Гиф Паттер. А, да. Мой ИЗИ. Помню, да, 326. Да, да. 200. Так. Я боюсь. Ну да ладно, все на респу. Фух, тихо. Чё, на респу был? О, блин! Пипец их тут. А, всё, Антон, меня покарали. Меня слили. Ну ладно, я уронил немного патронов. Так. А, мы в одной больничке с тобой? Одна, в одной. Так, стой, у меня патроны 84, ну нормально. Погоди, я там сколько у меня. 103 нормально. Так, все, короче, мы слились. Все из-за этого дурака, который спалился там. Вот эту да балу. Всё, Антон, короче. Нет, да не ты, из рифа там, который. Да. Ой. Короче, я Дракс. Короче, давай опять не мазь выписываем, не говно. Какую тебе мазь? Геморрой? Драк 20. Тебя геморрой ест? Ага. Во, специальная мазь. Какая-то мара тут. Переломался, что ли? Нет, еще. Я, кстати, вот женат. Уже. На ком? О, зарплата отличненько. Так, ну все, я релогаюсь, короче. Все, я перезашел. Так, юз. Ну что, давай в казино, да? Сейчас мы не буду играть. Все, ладно. Не-не, ты ж научилась там играть. Ты, блин, это тактика. Тактика. Ну го, попробуем, короче. Не, все, не будем пробовать. Так, в казино будем. Да чё ты, блин, у тебя так фонит сейчас? Тебя фонит. Поехали лучше, не знаю, куда-нибудь. В казино. Да не в казино. А куда? Не знаю, куда. Ты зашёл? Да. Я у Мэри ЛС. Зайчик, сюда поехал. Надо. Надо. Не надо.
О, сейчас я себе... Нет, не буду делать. Стоп. Мне какая-то бомжиха на скутере пишет стопку. Девушка-то? Нет. А, это подписчица. Ну что, давай поехали куда-нибудь. В казино. В казино. Ну давай куда-нибудь поедем уже. Куда? Куда-нибудь. Сейчас где? Вон там. Кадри девчонок. Да нет, это подписчица. Ну давай куда-нибудь уже поедем. Давай гонки, го. Да ты сольёшь. Как и ПВП на диглах. А, да. В ГОП ПВП на диглах? Нет. Все, он посмотрит видосы и все. И скажет. Вот надо было тот момент снять, когда ты не сходил. Да. Казино было. А сейчас ты все. Да ты чё, офигел врезать меня? Я вообще врезал. Взял, подрезал. А, я просто заворачивал. Угу, ты просто... Ох. Я что могу. Конечно, конечно. Ты вообще в этом то не умеешь ездить. Да. Я-то не умею ездить. Говорит мне человек, который... Который уделал Антон. Да блин! Плохо. Если он этот вообще... Леди Мэри. Давай, го. Казино. $2500, офигеть. Ой, как обычно, дофига народу. Давай, дайс, так. Да погоди, ты чё, сразу что хочешь? А чё? Дикий какой-то. Найс, 64. Вот сейчас только кинь придум. А, на стону. Ох, всё, ладно. Сейчас, короче, ты попал. Дайс, 1, 3, 5. Блин, я проиграл 20к. Ну ты лалка, блин, ты чё не... Потом тактику расскажу. Да чё все, блин? О, блин. Ты-то где, блин? А, о. Дайс, 64. Ты чё, у тебя нет 20 тысяч? Есть. Ты чё на 20 косаришь, что ли? Подожди, давай, нормально. На тысячу. Го на тысячу. Ой. На тысячу, давай. Поседает он. Ой, тут на 5 мне предложили. У тебя нет 20 тысяч, лох. У меня есть 20, но с собой 250. Да, а почему я тебе 20 тысяч-то не могу дать? Потому что там, когда ты мне предлагал, я с другим играл. А, так ты играй только со мной. Так блин, если я никогда не привоз. А ты сливаешь, Антон, как последний. Давай на 100 тысяч. Да нет, ты чё, я солью. Слышь, давай на десятку. Ты тоже солью. Ну, так солью го. Давай, нормально, 10. Так солью го. 10. И я буду багать сейчас. О, господи. Хоть здесь, хотя здесь нет багов. Да чё, Антон, блин? Давай. Десятку вернёшь. Ой. Давай. Всё, что ли? Я, блин, на рабочий день надо ждать, я хочу как опасный там искоряк. Испугался, да, короче? Да ты, это вызов, короче. Давай. Ладно. Допью, короче. Давай. Чё тебе давать-то? На стол, да ты чё, Антон, совсем? Ой, лох. Так сам ли, Серёж? Опять не десятку, что ли? Да. Блин, надо было на стол играть, ё-моё. Лох. Давай. По гости мне на закуски съесть. Да давай, его нажимай. Погоди, дай закуску съем. Господи, Иван, ты чего? Да блин, сигару купил. Идиот. Сигару он купил. Все, хоть отпустил хоть чуть-чуть.
Давай уже. Вот тебе он танцон делает, что ли? Вот. Ой, фу, забагал сразу, конечно. Сам ты, господи. Погоди, блин. Ты зачем, блин, вот тебе вот денег, что ли, нажал там? Давай, я. Ох. Сейчас я отыграюсь. Сейчас я вот этого пацана отыграюсь, короче. Ладно, я сейчас тоже с кем-то сейчас поиграю. С другим. Ты слышишь тут? Это вызов, вызов принтингом. Блин. Сейчас, сейчас отыграю. Ой, как у меня что-то... Блин. Ой, Антошка. И на сколько ты играл, мне интересно? На 20. Давай, го. Чё ты там боишься? Блин! Что? А, норм. Класс. Давай. Ну, тут, видимо, не судьба. Ой, тут минус 40, а предлагаю их сыграть. Нет, извините. О, моя ночь. Давай, предлагай. Я, что ли? Да. Да. Блин, сейчас, я не успеваю, мне тоже предлагаю. Ой, собака вон сразу. Ха, лол. Тут нельзя, кстати, забагать, это так фигня. Я в курсе здесь не буду. А чё ты приседаешь тогда? Просто. Просто случайно нажал. Да. Короче, давай, на 20к. Короче, я тебе уже предложил. Где ты мне предложил? Игрик нажми. Ой, лол. Ай, я давно в игре меня успел. Нет, Антона, солью. Ну вот видишь, ты выигрываешь. Давай, чё ты слышишь? Ой, опять не 20-ку, а неугомонный какой. Давай, давай. Да я хочу как опасный бандит закурить сигару. О, господи. Ты чё, плюс 50к нормально. Найс. 400. У игрока нет такой суммы. Сколько предлагал? Да я 100к предложил. Ладно, играй на 100к. Ну почему? Я-то выигрываю, в отличие от тебя. Давай с тобой на 100к. Или боишься? Я боюсь на 100к. Давай на 20. Да ты, блин, какой... Сейчас закурю-то. Ой, что ты сел-то, а я вот... Блин, все вот. Мне так кажется. Потому что я закурю только. А, затянулся. Норм. А, читер. Фу, читер всем. Да, давай. Да, Антон, да что по 20-ке-то? Да не, давай. Давай, да не ссы. Ой, а что ты приседаешь-то? Оф, хочу и приседаю. Спортом занимаюсь. Закурю лучше. 50 го. Ой, 50. 50 го. Блин, мне 1000 кто-то предложил. Давай, еще раз. А чё? Ты чё? Ладно, я встаю. А, ну... Да блин, он там хочет. Кто не играл с читерами? Го на сотку. Где ты читер? Я тебя вижу. Сейчас погоди, вот у меня такое ощущение сейчас. Ну. Я 5000 выиграл. Ну, блин. А нет, ладно. Я 10 выиграл. 10 выиграл? Да. Блин, 20 проиграл. Оу. Блин, этот скин на роликах. Ну чё, всё, го отсюда или что? Не знаю. Так нет, так... Сейчас, короче, сейчас мы с тобой на сотку сыграем. Да, да ты боишься на сотку играть. Сейчас мы тут с пацаном серию закончим. Какую серию? Ну, серия. Ой, ладно. С
во сколько вы играете? Пока по одному-ка. А? По одному-ка, как крутые. Давай со мной же. На сотку. Так на сотку так нет, Антон. Нормально, давай. Я сейчас проиграю. Вот, вот, чё ты боишься того? Вот мне предложили 16 тысяч. На 60, смотри. Ой, мне сигару сейчас надо закурить. Ну, кидай приглас на 1000. Да, иди, блин, на 1000. О, сейчас баллы будем как-то. Так. На сотку все боятся. Просто не все такие богатые, Антон. Угу. Давай с тобой настолько, или ты боишься вообще жестко? Сейчас сыграем. Боишься ты, короче, да? Антон, Антон. Ей, я выиграл 100к у какого-то. Богоюзер, да. И просрал их. Круто. Че, на 2к, да? Ой, на 100к. На 100, да. Ну, Антон, ты понимаешь? Не понимаю. Сразу. Я сейчас их срал. Давай на 100к. Все на теру, короче, будет капт. Не будет. Да гуф. 100к? Да. А ты что присел? Давай нажимай. А, он... Ой, король, ой, король. Все, застал, что ли? Еще на сотку выиграл, не хватит. Ну все, да. Давай. Че, еще что ли? Да. Ты где это не вижу? Ой. Я тебя вижу. О, нажми. Сейчас, короче, так вот бак его. Да, Антон, фу, читер. Давай еще раз. Так нет. Вон тема. Еще на сотку. Го-го-го, все, меня затянуло, короче. Блин. О, тема. Ой. Ты что ли стреляешь? Нет, это там какой-то... Да. Спрячемся в тихаря, поиграем на сотку. Ну, блин, опять не жмёт. Ой, король. Так давай, ты чё? Чем-то он пока. Да всё, короче, я тебе... Всё, ну, нафиг. Давай. А ты где? Ты лагаешь ещё. Антошка. Ну, да, я тут. Ну, хоть сыра кикнула. Нет. Да. Да нет, вот ты выигрываешь. Я выиграл еще? Да. Давай еще нажми его. 5 секунд, подожди. Подожди. У нас капт. У нас капт. Все, короче, всем спасибо за просмотр. Всем пока.